Пользователи соцсетей с утра выкладывают фотографии и видео последствий дождя, который оставлял желтые разводы на автомобилях и грязные следы на одежде. Необычное природное явление породило массу слухов. В сети появилась информация о том, что причиной аномалии стал взрыв на Белореченском химзаводе. Но в краевом управлении МЧС это опровергли. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю официально заверяет жителей края о том, что никаких оперативных событий на промышленных объектах Белореченского района не происходило. Оперативная остановка стабильная, в норме. По информации краевого гидрометцентра, причиной цветных осадков стал облачный фронт, который на территорию края принесло со стороны Средиземноморья, где накануне бушевали песчаные бури.